Dear colleagues, dear friends, good morning, good afternoon, and good evening, as our meeting today is happening on different continents. Я сегодня хотела бы поздравить всех с первым днем весны, а значит с новыми силами, с новым настроением и с новым рывком в нашей I would like to congratulate everybody on the first day of spring, meaning new strength, new mood, new breakthrough in our business. Я также хотела поприветствовать всех, кто будет слушать нас в записи. I would like to also greet everyone who is going to listen to us in recording. И особое обращение сегодня у нас для континента Африки. And we would like to specially greet the continent of Africa. В сегодняшнем дне я сделаю небольшую часть о том, что сегодня специально для континента Африки весь состав членов правления директоров отвечает на вопросы, которые были присланы с этой территории. And today we will have a special part when we will answer all the questions sent by leaders of this region, that is Africa, and those questions are going to be answered by the members of the board. Отдельно хотелось сказать именно об этом континенте, о том, что где-то около года, как наши инвесторы Skyway Capital, наши партнеры с Африки стали заявлять о себе очень серьезно и показывать очень хорошие результаты. I would like to say something special about this continent. It's been a year that the investors from Skyway Capital and our partners from Africa have been showing really serious business and good results. И сегодня наше серьезное обращение к вам от всех наших руководителей, так как вы стали действительно очень видимы, мы вас заметили и заметили по очень хорошим результатам. И особенно хотелось бы отметить наших лидеров Агарунды Самсона и Октава Осагба. So we would like to seriously address you, the leaders would like to do so, because you have become quite noticeable and noticeable by good results, and we would like to especially note our leaders Agarunda Samson and Oktave Sarpa. И сегодня хотелось бы сразу в самом начале нашей встречи сказать о том, что мы нашу встречу готовили именно на основании вопросов лидеров с этого континента. Именно то, что на сегодняшний момент является для этого континента важным, актуальным и And in the very beginning of this meeting, I would like to emphasize that this very meeting was prepared based on the questions asked by the leaders from this continent. So everything will be based on what is important and topical and strategic for them. И сегодня все выступления будут направлены на то, чтобы максимально осветить вопросы, связанные с работой партнерских возможностей Skyway Capital и всеми возможностями работы. And everything that will be said today will shed the light on the matters of partnership opportunities of Skyway Capital in this region, on how to do business. Поэтому просим всех участников, которые у нас присутствуют и также любят писать в чатах, услышать все ответы, уже приготовленные всеми нашими выступающими. И, возможно, в конце вы поймете и уже услышите все ваши заранее присланные вопросы и услышите на них полные ответы от всех наших руководителей. Поэтому дождитесь окончания нашей встречи и полной информации. And I would like to ask all the participants that are present and that usually write in the chat to really wait to hear the answers, as the answers have been prepared to all the questions that have been said ahead of time. So please do wait till the end of the meeting, till you will have heard all the answers to the sent-in questions. Итак, самые важные новости по сотрудничеству по кабинету, по возможным оплатам и по всем организационным вопросам, связанным с нашим личным кабинетом. Я сейчас передаю слово нашему директору Евгению Кудряшову. Передаю слово. So for the news about all the back office issues, all the payments, all the organizational matters of the personal office, I would like to give the floor to our director, Евгений Кудряшов. So the floor is yours. Благодарю за внимание и, коллеги, всем хорошего настроения сегодня и бодрой, активной включенности. So thank you very much, dear colleagues, and I wish you all to have a good mood and to be totally engaged and involved in the whole process. Благодарю, Ирина. Хотел бы получить обратную связь. Слышно меня в общении? Хорошо слышно? Или добавить, убавить? Вас хорошо слышно. I would like to hear feedback whether you hear me well. Вижу, да, плюсики пошли, десятки пошли, отлично. Первый мой вопрос такой, подскажите, пожалуйста, пусть сейчас поставят плюсики те, кто у нас с данного региона, для которого мы сейчас проводим телемост, вот, с региона Африки. I would like to ask my first question, please, those who are from the region this teleconference is for, that is from African region, please write pluses in the chat so that we may know who are from those that region. Так, один. I count one. Ирина, повторите, пожалуйста, еще. I will repeat the question. Please, all those from Africa, write a plus symbol in the chat room so that we can see who of you are from Africa. Ладно, хорошо, больше ждать не будем. 5 человек. Все, видимо. We are told there are 5 people. Не понимают по-английски или как. Ладно, хорошо. Продолжим. Okay. Во-первых, ну, смогут посмотреть уже в записи непосредственно наше выступление. Вот. Хочу в первую очередь поблагодарить за работу, потому что данный регион, насколько я узнал, он у нас начал развиваться буквально год назад. So first of all, I would like to say that even those who are not present right now would be able to watch this in recording. And most importantly, I would like to start by thanking all of you for your work, as this region started to develop in our business only a year ago, approximately. Да, и за этот, можно сказать, небольшой промежуток времени данный регион показал активное развитие. Да, переводите. And in this very small period of time, this region has shown a very active development. Вот. И мы, директора, члены правления компании Skyway Capital, всегда рады оказывать информационную поддержку таким регионам, которые показывают действительно высокие результаты. And we as directors, as the board of Skyway Capital, are always glad to show support, informational support to such regions that show good results. Также это касается, в принципе, любых регионов. Я вижу в чате много знакомых фамилий. Вот. А для этих регионов мы также готовы организовывать телемосты при их организации данных телемостов. And that is related to any region, because I see some familiar surnames in the chat room, and we are truly ready to conduct such teleconferences for any region if they organize such a conference. Первое, что я хочу сказать, это всех поздравить с нашими двумя акциями, которые мы запустили буквально с сегодняшнего дня. First of all, I would like to congratulate everybody with two promotions we have started today. Первое из которых, это также касается и региона Африки, это продление рассрочек, которые были у нас начинались с начала, с 1 января 2016 года и были приобретены по 31 декабря 2017 года. Данный регион у нас также активно участвовал в инвестировании в данные пакеты. First of all, I would like to say that for the region of Africa also, there has been an extension of installments that were bought from the January 2016 till the 31st of December 2017. So it is related to all these packets. Также хочу сказать, и думаю, что стоит проговорить, что компания дала возможность тем инвесторам, да, возможно, с региона Африки у нас, возможно, есть, а возможно, нету, пока еще не знаю этих данных, дарить возможность дисконта 1 к 600 при наличии активной рассрочки у инвестора. It's worth to say that the company has given the opportunity to investors. I do not have precise data about Africa yet on this matter, but they have the opportunity to give a discount of 1 to 600 to those investors who have active installments. По нашим социальным сетям и всем нашим информационным ресурсам мы, безусловно, поняли, что данные две акции вызвали очень хороший интерес у наших партнеров, у наших инвесторов. Собственно, в знак благодарности были запущены вот эти две акции. Спасибо вам за вашу работу. In our social networks and different other informational outlets, we have seen a very great response to these two promotions. And basically, these two promotions are our way of thanking you, investors and partners, for great work. Также хочу сказать и ответить на один из вопросов, который регулярно звучит. Это по способам оплаты непосредственно инвестиционных пакетов. Переводим. And I would like to answer one regular question related to the opportunities of paying investment packages. На данный момент мы подписали контракт на долгосрочное сотрудничество непосредственно с компанией RBK Money, одной из топовых компаний мировых по предоставлению платежного мерчанта, не по предоставлению, договорились с компанией RBK Money в качестве финансового агента. Mm-hmm. And we have signed a long-term contract with one of the top companies in the world in this matter, that is RBK Money, for them to be our financial agent in this matter. И на данный момент у нас уже представлена в личном кабинете возможности оплаты со всего мира, но буквально уже, наверное, в течение вот этого месяца у нас уже появится порядка 90% мировых платежных систем, которые используются в разных странах, в том числе и в африканском регионе. At the moment we have already different opportunities of payment in our back office, but in the very nearest future we will basically have 90% of all world systems of payment available for each country that uses their own systems, including the African region. Также хочу сказать, что в ближайшее время мы уже получаем от регистратора очень хорошие новости. Я думаю, что примерно полтора-два месяца у нас будет запущен инвестиционный фонд. We have been already receiving very good news from the registrar, and I think in the nearest future, that is about 1.5 or 2 months, we will have the investment fund. Данный инвестиционный фонд, он будет рассчитан непосредственно для всех инвесторов, но там будет минимальное ограничение входа в данный инвестиционный фонд, это от $10 000. Of course, this fund will be open to all investors, but there will be a minimal threshold of $10,000. Хочу отметить, что это не исключает тех способов инвестирования, которые у нас сейчас представлены. Это будет как в дополнение для работы непосредственно с инвесторами, там, начиная от $10 000. I would like at once to emphasize that this will not exclude or remove the current ways of investment. They will still be going on. This will be only an addition in order to work with investors starting with $10,000. Как только мы получим уставные документы и от регистратора команды то, что фонд был зарегистрирован, мы обязательно это сообщим дополнительными новостями на наших информационных ресурсах. As soon as we receive from the registrar the instruments of incorporation, that is all the foundation documents, we will let you know through all our news channels. Данный фонд будет иметь все лицензии для осуществления инвестиционной деятельности на территории всего мира. Вот, кроме будут ограничения для тех стран, где правительство запрещает привлекать инвестиции от данных граждан. This fund will have all the licenses for it to work all over the world with investments, except those countries whose governments forbid attracting investments from their citizens. Также, что хотел сказать, хочу напомнить всем лидерам, в том числе и Африке. В Африке, кстати, наш директорский состав ни разу не был. Вот. И мы, наверное, очень хотим посетить данный регион при условии вашей хорошей активности. И когда у вас будет уже достаточно много людей, чтобы вы могли собрать зал, мы обязательно рассмотрим вашу заявку. And I would like to remind all leaders, including Africa, and by the way, the members of the board have never been to Africa, that we would really want to visit your region if you are active, if you have enough people to gather them in some kind of venue to create a conference, and then you can submit an application and we will consider it. Отвечая на вопрос из чата, партнеры фонда Capital смогут ли привлекать инвесторов через новый фонд? Да, безусловно, смогут. Это будет как дополнительный инструмент, представленный непосредственно в личных кабинетах партнеров, всех абсолютно. There is a question in the chat whether the partners of the Capital Fund will be able to attract investors through this new investment fund. And the answer is, of course, this will be a tool present in the back office of every partner. Хочу вас, дорогие друзья, еще раз поблагодарить за ваше присутствие, за то, что вы делаете свою работу. Мы слышим вас. Пожалуйста, пишите нам. Для нас важны ваши отзывы, важны ваши комментарии о работе. Мы стараемся сделать все, чтобы вам было максимально комфортно, удобно работать в тех регионах, в которых вы находитесь. And dear friends, once again, I would like to thank you for your presence here, for your work. We truly are listening to you. We want to see you write to us. We value your response, your comments. They are very important for us because we want to do everything in our power for your work in your regions to be comfortable. И хочу передать слово следующему нашему спикеру, члену правления, директору. Прошу подключиться. Кто у нас следующий? And I would like to give the floor to the next member of the board that has to speak. Who is the next one? Случайно здесь отключила. Меня сейчас слышно, Ирина, скажите? Да, слышно. Да, вас слышно. Хочу отметить нашего следующего спикера, Франтишека Солара, который у нас членом правления присоединился в январе месяце. Мы очень рады этому событию. Мы очень рады, очень сильно команде. Вот, благодарим его за его работу. I would like to note our next speaker, Frantishek Solar, who has become the member of the board only in January, and we are really glad to this addition to the board because he is a great leader, and I would really like to thank him. Дорогие друзья, прощаюсь вам, передаю слово. Всем всего доброго. Строй Skyway, спасай планету. Dear friends, that's all from me, and I would like to give the floor to the next speaker, and I wish you everything good. Build Skyway and save the planet. Спасибо, Евгений. Я знал, что тут будет на этой презентации много людей из Африки. Thank you, Evgeny. And as far as I know, there are many people here in this presentation from Africa. С этого я буду говорить по-английски. Ирина, вы будете переглядать в русский язык, да? Therefore, I am going to speak English, and the interpreter will then interpret into Russian. Okay, dear colleagues, dear clients of Skyway Capital from Africa, welcome to our company. Добрый день, дорогие коллеги, партнеры Skyway Capital из Африки. Хочу поприветствовать вас в нашей компании. I am glad to welcome and greet you on behalf of Skyway Capital and thank you for your very good work. Я очень рад поприветствовать вас от имени Skyway Capital и поблагодарить вас за вашу работу. When Evgeny said my name is Frantishek Solar, I am a very new member of board of Skyway Capital. Когда Евгений сказал, что меня зовут Франтишек Солар, и я являюсь новым членом правления Skyway Capital. I come from Central Europe, from Slovakia. Я хочу вам сказать, что я из Центральной Европы, из Словакии. Что сказать? I am very pleased that this idea of Mr. Yunicki has also addressed you, and I believe that by your effort, we can bring this innovative technology to your African continent. Я очень счастлив, что идеи господина Юницкого коснулись и вас, и я верю, что благодаря вашим усилиям эти нововведения, новые технологии появятся и на вашем континенте, в Африке. I believe and I know it that this Skyway technology will gradually change the world. We can jointly solve the problems in transport or around the world, but not just problems in transport. We can solve the problems regarding the humanity as well. Я верю и я знаю, что технологии Skyway постепенно изменят весь этот мир. Мы совместно сможем решить транспортные проблемы, но не только транспортные проблемы, а в целом проблемы человечества. Да. You are the first pioneers and bearers of the message of this idea on the African continent, depending on how this idea will be expanded and progressively materialized. Вы являетесь первопроходцами, первыми вестниками этой идеи в Африке. Именно благодаря вам все будет зависеть, как будет распространяться эта идея в вашем регионе. What is very important, you know that I don't know another company in the world, around the world, that has started to develop an innovative technology in the startup phase and has been able to reach the world. Что очень важно заметить, что мне неизвестна ни одна другая компания в мире, которая занялась бы разработками новаторских технологий через форму стартапа и достигла реального выполнения работ. Mr. Yunicki, by his vision, has shown us that it is possible, that when it is a good thing and beneficial to humanity, and that it can be done. And he spent a very big part of his own life for this technology, for these ideas. Господин Юницкий, благодаря своему видению, показал нам, что возможно что-то доброе и полезное для всего человеческого привести в исполнение. И он очень большую часть своей жизни посвятил разработке этих технологий и этой идеи. What you together with us, of course, need to do for Africa continent to develop this project. То, что вам, конечно, совместно с нами нужно делать для развития этого проекта в Африке. I will be very happy, and I know that my other colleagues from Board of Skyway Capital will definitely agree with me that we are waiting the time when together with you we will organize the first international conference Skyway Capital in your African continent. Я буду очень счастлив, и я уверен, что со мной согласятся и другие мои коллеги, когда наступит то время, когда мы вместе с вами организуем первую международную конференцию Skyway на вашем континенте. I will be very happy that we will able to provide you with new tools to build your teams, your business. In the near future. И я очень рад, что мы сможем предоставить вам новые инструменты для созидания ваших команд и вашего бизнеса в будущем. We will, in the near future, we will give you a new system that will serve you to work professionally with your structures. В будущем вам будет предоставлена новая система, которая позволит вам с вашей структурой работать профессионально. Really, I hold my fingers and your fingers. I wish you good health, so that you do not get involved in spreading this beautiful idea of Mr. Yunicki, and I wish. We will could have the chance to convert to the first unibike in Africa. И я держу за вас всех кулаки, я вас поддерживаю и желаю вам огромного здоровья для того, чтобы вы могли распространять идеи господина Юницкого и наступил момент первого юнибайка в Африке. I am going to welcome my colleague from Board of Skyway Capital. It's my colleague, one of the directors of Skyway Capital is Alexey Suходoev, He is an expert on a new financial platform. He gives you information about the new direction of the digital economy. Alexei, stage is yours. Thank you for your attention. Build Skyway, rescue the planet. Я бы хотел сейчас поприветствовать моего коллегу, тоже члена правления Skyway Capital, директора Алексея Суходоева, который является экспертом по новой финансовой платформе, и он ознакомит вас с информацией об этом новом направлении. Хочу поблагодарить вас всех за участие и строй Skyway, спасай планету. Спасибо. Благодарю, Франтишек. Приветствую вас, дорогие друзья. Thank you, Франтишек, and greetings, dear friends. Ну, на самом деле, я немножко вам даже завидую, потому что многие из вас только начинают путь в Skyway. I'm actually quite envious of you who only start their journey with Skyway. И наш проект настолько многообразен, что экспертам вам придется становиться во многих областях. And our project is so diverse that you will have to become an expert in many fields. Когда начнется активная работа и взаимодействие с Африкой, я думаю, что мы вернемся к тем новостям, которые у нас были ранее по Африке. When we start an active work and cooperation and interaction with Africa, I think we will come back to the news we already had about the region. И будем давать уже максимально специализированные телемосты именно по африканскому направлению. Сейчас это более общая информация, но также очень важная. And then we will give maximally specialized teleconferences for the region, because now it's more kind of a general teleconference. Для Skyway огромный потенциал в Африке, и это доказала поездка Виктора Бабурина в Танзанию. И, собственно, там был огромный интерес, но есть одна проблема – отсутствие инвестиций. Skyway has major potential in the African region, which has been proven by Mr. Baburin's trip to Tanzania, where there has been a major interest in our company. There is only one problem, the lack of investments. Я имею в виду крупные институциональные инвесторы, которые финансировали бы этот проект. I mean major institutional investors that would finance this project. Но вы услышали от Евгения Кудряшова о тех грандиозных новостях, которые касаются именно создания фонда, преобразования в фонд Skyway Capital, новости по финансовому взаимодействию и подготовки системы образования от Франтишека Солара. But you have heard from Evgeny Kudryashov these grandiose news about the investment fund of Skyway Capital and about financial promotions and also about educational developments from Франтишек Солар. И, казалось бы, все направления охвачены. То есть работать можно действительно очень эффективно и плодотворно. Но есть еще одно направление, которое необходимо охватить, и мы его охватываем. It would seem that everything has been done. All the directions are included for efficient and fruitful work. But still there is one more direction to work in, and that is what we are going to do. Это такое немножко сложное слово, но очень сейчас распространенное и звучное – блокчейн. There is this difficult term, but very common and spread now, that is blockchain. Эта работа сейчас планомерно и максимально эффективно ведется параллельно с развитием инженерной технологии, с развитием финансовой модели, с развитием краудинвестинга. And this is the work that we are doing in a planned and efficient way in parallel with our engineering, financial and crowdfunding work. Более того, осенью мы вынесли это, казалось бы, секретное направление на открытую публику, и этому есть свои причины. Moreover, in the fall, this kind of secret direction was revealed publicly to all our partners, and there are reasons for that. Те задачи, которые ставились при раскрытии этой инсайдной информации, были достигнуты. Поэтому сейчас о направлении блокчейн примерно в апреле можно будет услышать только на специализированных, уже токенизируемых курсах. The tasks that we meant to achieve by revealing this insider info have been achieved. So from April, you will be able to hear about this direction of our business in specialized, tokenized workshops. Во-первых, я хотел бы вам рассказать то, что еще описание главного механизма консенсуса, что является одной из основ системы блокчейн, рассказал об этом еще в 1989 году сам Анатолий Эдуардович Юницкий. Он сделал предположение и попал в точку. First of all, I would like to say that the very mechanism of blockchain, mechanism of consensus, was described by Mr. Yunicki in 1989. He forecasted it, and he was right. Он искал способ, каким образом зафинансировать действительно общепланетную программу, и создал систему, которая еще, на бумаге, естественно, создал систему, которая еще предшествовала системе краудинвестинга, по которой мы сейчас с вами работаем. He was looking for a way to finance this planetary program. So on paper, he created a system that predated the crowd investment system we are using right now. И даже в будущей дорожной карте вы увидите дату 89 год, потому что это чистая правда. And you will even see in the future roadmap this date of 1989, because it's completely true. Перед Экофестом прошлого года, и мы все вас с нетерпением ждем на уже предстоящем Экофесте, происходили многочисленные нападки мошенников на репутацию и имидж проекта Skyway именно в плане выстраивания фейковых блокчейн-проектов. During the last year's EcoFest and before that, and by the way, we are expecting all of you to come for the next year's EcoFest. So before the previous one, there have been attacks on the company by different con men and scammers that would like to damage the company's image, saying that it creates fake blockchain projects. Нужно было отсеять этот шквал действительно мошенников. Некоторые угрожали, то есть именно грозили, что будут суды, разборки. Естественно, ничего не было. И эту задачу мы выполнили. Это вторая выполненная задача. We had to, so to say, sieve out all these cheaters with all their threats to go to court, etc. Of course, these threats were artificial, and we have performed this task. We have gotten rid of these cheaters. Также потом проходили многочисленные предложения в головную компанию, и я думаю, что ко всем членам правления, что давайте выстроим систему размещения токена. Над экономикой никто особо не думал, и было желание просто, так скажем, сделать деньги. Это получилось только один раз, собрать эти деньги. So there were also many proposals given to the board of the company. People wanted to create some kind of token, not thinking at all about the economy. And this way you can only gather money once. Сейчас над этим продуктом, и это параллельное развитие для технологии Skyway, именно блокчейн направления, работают лучшие специалисты в своем роде, и штат пополняется. But now, best experts in the field are truly working on this product in parallel to Skyway technologies. То есть это уже третья задача, которая была выполнена именно в раскрытии информации о блокчейн-направлении. И четвертая задача – это действительно то направление, которое помимо традиционного финансового привлечения ресурсов путем краудинвестинга сейчас популярно в мире как размещение токена. Эта задача также выполняется. So this is already the third task that has been performed in revealing this new direction of blockchain. But the fourth task is that this direction would work in parallel to our traditional financial scheme of crowd investment. And this is the possibility to place tokens, which is very popular right now in the world. Ну и, друзья, в завершении своего выступления я хотел бы сказать, что сейчас происходят такие ситуации, что за минуты, за секунды, иногда максимум за день закрывается финансирование крупных размещений блокчейн-проектов. And in conclusion of my presentation, I would like to say that now the situations happen that in minutes, in seconds, or even in days, the financial placements of different blockchain projects are closed. Причиной этому является то, что входят крупные институциональные инвесторы, и места для средних и мелких инвестиций просто не остается, и происходит мгновенное, фактически моментальное закрытие финансирования. The reason being that major institutional investors come and leave no place for common people or for smaller investors, and that's why the financement is closed so fast. И я хотел бы сказать вам очень важную весть и такую вот информацию, что приоритетный вход, независимо от того, входит, закрывает финансирование крупный инвестор или нет, если предусмотрен какой-то процент для держателей токена среди средних и мелких инвесторов, то для сообщества Skyway он будет предоставлен. And what is important news is about the priority entry. It doesn't matter whether a major investor comes to this token. The financial opportunity will not be closed for the holders of tokens of average or small investors for the percentage that is previewed initially in all these packages. Мы искренне ценим вклад каждого, начиная с 2014 года и заканчивая уже текущими датами, потому что без этого невозможно было развивать технологию и построить технологию. Because we truly and sincerely value the investment of everyone, starting from 2014 and up to current investments, because we know that without those investments, it would have been impossible to build the technology. Поэтому те люди, которые инвестируют в технологию Skyway и приобретают обязательства головной компании, они смогут получить и приоритетную возможность входа в будущие адресные проекты, которые уже будут оцифровываться в рамках блокчейна. So the people who invest in our technology, invest in Skyway, will receive priority entry into future address projects that will already be digitalized through blockchain. Это огромная возможность, пожалуйста, не упустите ее, рассказывайте о ней. Ну, сравнить я могу, у нас было ранее 100 подарочных единиц обязательств акций, этого сейчас нет. И такой возможности в будущем также не станет. This is a great opportunity, and I advise you do not miss it and tell about it. Because, for example, we had previously 100 units of gift shares, which we no longer have right now. And this opportunity will also not be forever. Всегда хочется иметь приоритетный вход. Даже блокчейн-направления инвесторы Skyway будут иметь этот вход. Ну и самое главное, мы все с вами вступаем в международный экономический ковчег. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. And it's always good to have a priority entry, and Skyway investors will have this priority entry into blockchain direction. And the entry to the global economical arc. And so I finish by saying, build Skyway and save the planet and open the way for Transnet. Я передаю слово действительно, наверное, одному из самых мудрых членов правления в силу своего возраста, Владимиру Маслову, бывшему чиновнику, который действительно выбрал путь скайвейщика. Я думаю, нисколько в этом, как и все мы, не сомневается. And now I would like to give the floor to, I believe, one of the wisest members of our board due to his age, Mr. Vladimir Maslov, ex-government official who joined Skyway and I think never doubted it, like all of us. The floor is yours. Так, добрый день, дорогие друзья. Спасибо, Алексей, за хорошее введение. Good afternoon, dear friends, and thank you, Alexei, for this great introduction. Итак, сегодня мы с вами, основная моя задача ответить на ваши вопросы и дать кое-какие комментарии. My main task today is to answer your questions and to give some comments. Здесь основные, как бы, темы, которые я сегодня затрону. Это... And here on the screen you can see the topics I'm going to touch upon today. Первое, как бы, раздел — это что для Skyway Capital и партнеров важно в 2018 году. The first topic being what is important for Skyway Capital and partners in 2018. Рекомендации инвестору и партнеру. Some recommendations for the investors and partners. И вопросы, ответы, комментарии. And questions and answers and comments. Итак, что для Skyway Capital и партнеров важно в 2018 году? Now let's start with what is important for Skyway Capital and partners in 2018. Естественно, это наш бизнес, и нам важно обеспечить планомерный поток инвестиций в экотехнопарк. Это от 10-го, мы сейчас на 10-м, до 15-го этапа, строить свои команды. Of course, it's our business, so it's important for us to ensure a planned flow of investment in Eco-Techno Park from the 10th to the 15th stage. Of course, we are now in the 10th, in order to build the teams. Потому что это наш бизнес, и средство развития нашего бизнеса – это строительство команд. Because it's our business, and the means to build this business is in building teams. Очень важным становится задача построить структуру поддержки реализации адресных проектов, target project. Это Всемирный фонд. Of course, it's important to create a support structure for the implementation of the target projects. This is the Global Foundation. И это нужно в первую очередь для того, чтобы капитализировались те все инвестиции, которые сделаны и будут еще сделаны в этом году. It's important in order to capitalize all the investments that have already been made and will still be made this year. Подготовиться и начать монетизацию адресных проектов на основе блокчейн-технологий. Prepare for the monetization of the target projects based on blockchain technology. Это тоже очень важно, и это есть одно из самых безопасных и надежных средств финансирования того, что капитализирует. Адресные проекты, их финансирование. It is very important because it's one of the safest way to finance what is being capitalized, that is a target project. Есть и другие средства, и это очень важно, подготовиться к финансовому обеспечению адресных проектов. There are also other means, but it is very important to prepare for financial support of the target project. Еще раз, дорогие друзья, для понимания о проекте Skyway. I would like to explain once again so that you understand the Skyway project. Я хочу сказать, что технология Skyway это основа, и это всем понятно. I would like to say that Skyway technology is the foundation, and that is clear to everyone. Но в 2014 году было принято решение оживить эту технологию и создать ей возможность использования во всем мире для строительства трасс нового, транспортных трасс нового поколения. But in 2014, a decision was made to make this technology come alive, so that it can be used all over the planet to build the track structures of new generation. Но для того, чтобы технология жила, нужно ее сертифицировать. И для этого спроектировали экотехнопарки. But in order for the technology to come alive, it has to first of all be certified. That's why Eco-Technopark was built. Но чтобы его строить, нужны были деньги. But in order to build it, the money was needed. Технология была оценена и были выпущены акции. The technology was appraised and shares were issued. Я не буду вдаваться сегодня в подробности оценки технологии. Но I will not go into details of the appraisal of the technology. Но для того, чтобы инвестиции проходили и были бы как бы залогом обеспечены, было выпущено 133 миллиарда привилегированных акций. But in order for the investments to happen and to be collateralized, there have been issued 133 billion privileged shares. Поскольку план выведения и сама ценность акций определяется через вывод их на биржу, as the whole value of shares is defined by bringing them to the stock market, то было выделено половина тех акций для залога, минус 2 акции, половина от всего количества привилегированных акций, минус 2 акции. Чтобы их дать в залог. So half of all these privileged shares minus 2 shares were appropriated for the collateral. И таким образом оживляется технология Skyway и идет подготовка к строительству и капитализации этих инвестиций, которые выдаются под строительство экотехнопарка. Thus, the technology comes alive by capitalizing it through constructing the Eco-Technopark. Но нам никогда не следует забывать, что технология, оживленная, сертифицированная, создается для того, чтобы в мире, по миру строились проекты, целевые проекты, и они бы работали от первого, второго до какого-то там миллионного проекта, которые будут иметь уже в свою очередь свои акции. But we should never forget that when the technology is coming alive and is certified, its goal is to build target projects all over the world that would really work, the first, the second, and the millionth project that would in their turn have their own shares. Но для вас очень важно понять сегодня и мой основной, посыл для вас. But it is very important for you to understand today, and my main message to you today. На 15-м этапе закончатся вот эти так называемые залоговые акции. That on the 15th stage, these so-called collateralized shares will end. Это такие акции, которые будут участвовать во всех прибылях, получаемых в распределении этих прибылей, получении, естественно, дивидендов от всех этих проектов в мире. These are the shares that will take part in the distribution of all the dividends of all these projects all over the world. Когда акции этого проекта первого в Африке или в Европе или в Америке или же в Азии будут только для этого проекта и зависеть от доходов этого проекта. But the shares of a specific target project, for example, made in Africa, Europe, or America, or Asia, doesn't matter, the shares of this project will only bring the dividends of this specific project. Таким образом, это очень важно себе понимать. So this is what you truly need to understand. Еще несколько цифр, чтобы мы понимали ситуацию, где мы находимся и куда мы идем. Some more numbers for us to understand the status quo, where we are right now and where are we going. Сегодня мы находимся на 10-м этапе. Today we are on the 10th stage. Этот этап предполагает инвестиции 25 миллионов. Which supposes the investments of 25 million. И в залог выделено, запланировано 5 миллиардов акций. And as collateral, there are 5 billion shares. Сегодня на 10-м этапе дисконты в среднем колеблются между 75 и 175. На один инвестированный доллар. Today, on the 10th stage, the discounts are in average from 1 to 75 to 1 to 175, that is dollar. Поясню, что такое дисконт, чтобы не было вопросов. Let me explain what a discount is, so that you do not have questions about it. Это значит, я инвестирую. Есть различные пакеты. Допустим, возьмем такой пакет, где дисконт 1 к 175. Я инвестирую $1, получаю в залог 175 акций по номинальной стоимости в $1. What a discount means is that I invest in a certain package of shares. Let's say this is the package with a discount of 1 to 175, which means that for each US dollar that I pay, I get one share with a nominal value of $175. Сегодня средняя себестоимость инвестированного доллара через акцию или себестоимость той акции, которая кладется мне на полку, это всего лишь только 1,2 цента от доллара. So today the cost, my cost of the share that I buy is only 1.2 cents. И это при расчете, когда здесь, значит, дисконт 1 к 100, а здесь он еще меньше. It's when we speak about a discount of 1 to 100, and here it's even a bigger discount. 11-й этап, дорогие друзья, это 4 миллиарда акций залоговых, и опять 25 миллионов инвестиций. The 11th stage, it's 4 billion collateral shares and once again $25 million of investment. Себестоимость инвестиций растет. The cost of investment grows. И так далее. 12, 13, 14 этап, 15 этап, 15 этап. And so on. Да. The 12th, the 13th, the 14th and the 15th stage. И всего нам надо инвестировать до конца 15 этапа еще порядка 130 миллионов. So a total amount of investment needed to close the 15th stage from this moment is 130 million. И, естественно, все эти цифры, если вы посмотрите в документах, вы найдете, кто имеет уже свои личные кабинеты. And of course, all those who have their own back office can find all these numbers in their documents. Еще очень коротко о том, каков общий акционерный капитал, стоящий за этой технологией. And now, once again, a bit about the share capital, the whole share capital that stands behind this technology. Это всего 400 миллиардов. So in total, it's 400 billion. Привилегированные акции 33,33% составляют, и это 133 миллиарда. And the privileged shares constitute 33.33%, which is 133 billion. Эти привилегированные акции внесены в две компании, в Eurasian Rail Services Holding и Eurasian Rail Services Holding 2, соответственно 15 и 18,33%. All these privileged shares are placed in two companies, Eurasian Rail Skyway Holding 1 and 2, and divided accordingly 15% and 18.33%. Это значит, что владельцы акций этих двух компаний, которые выпустили простые свои акции. So it means the owners of the shares of these two companies that place their own shares гарантированно получат дивиденды, когда они будут. Will be guaranteed to receive dividends when the dividends come. Почему? Потому что Global Transport Investment (GTI) получив. Because GTI Global Transport Investment, получив доход, рассчитав прибыль, обязана 20% выделить. Обязательно на акции владельцев этих акций. When it receives the income, it has to calculate all the profits, and it is mandatory for GTI to appropriate 20% to the owners of the shares. И это значит, эти две компании, они не занимаются никаким бизнесом, и они обязаны, их деятельность, основная деятельность, это соблюдать и вести учет акционеров и распределять дивиденды. So these two companies don't do any business. Their only task is the accounting of all the income and profits and the distribution of the dividends to the shareholders. Теперь перейдем к некоторым рекомендациям и вопросам, коллеги. Now let's move to the next topic, dear colleagues, some recommendations and questions. Первое, это мы, всем следует понимать, что мы кредитуем, инвестируем в рамках группы компаний Skyway. We should all understand that we invest or give credit in the framework of a group of Skyway companies. Акции – это залог, их нет на бирже в открытом доступе. These shares are a collateral. They are not yet publicly placed. Второй важный момент, который надо учитывать и от него отталкиваться, это мы используем некоторые инструменты сетевого бизнеса. У нас нет продукта, мы кредитуем проект, причем пилотный проект Skyway. We should also understand that we use some means of network business. We do not have a product. We credit a project. Третье, это мы находимся под пристальным вниманием финансовых регуляторов. Но важно понимать, что мы действуем по закону и нормативам. Third thing, we are under constant scrutiny from financial regulators, but you should understand that we act in accordance of all laws and regulations. Поэтому, когда мы говорим со своими партнерами или кому-то презентуем этот проект, мы ничего не продаем и не покупаем. Мы кредитуем проект под залог акций. So, when we talk to our partners or present this project to some new people, you should understand that we do not sell or buy anything. We give credit to, or we finance a project which is collateralized by the shares. Мы пользуемся только конкретной и официальной информацией, которая находится на сайте. Сайтов информации наших. We use only specific official information that is located on our official websites. И еще моя рекомендация, что мы должны понимать, что мы вступили в процесс кредитования нашего общего проекта. Это наш проект. My other recommendation is so that we understand that we have started financing our common project. It is our project. Это нельзя сравнивать с тем, что я зашел в комнату, перекурил с кем-то и выскочил обратно, а этой комнате пускай занимаются бизнесом, а я пошел ждать, когда будут прибыли. You cannot compare it to entering a room, talking to someone, smoking with someone, and then running out of that room, expecting that those remaining in the room will do business and bring me some results. Это процесс такой, это совместный бизнес, и поэтому нужно планировать свое участие в инвестициях. От этого зависит то, какие ты, я и все мы будем получать выгоды от этого проекта. You should understand that it's a process of common business when you have to plan your investments, plan your participation, because the participation of everyone defines what kind of profits me, you and others will get from the project. И последняя рекомендация. Планируем свой вклад в проект Skyway на 10, 11, 12, 13 и 15 этапы на весь этот год. And my last recommendation is to plan your investments into the project on every next stage, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th for this whole next year. И теперь перейдем к следующим просто к вопросам, и на этом я завершу уже свое как бы представление вам, коллеги. Были вопросы. Первое, как бы комплекс вопросов был об IPO. So now let's come to my last part of my presentation, with which I will conclude it. Dear colleagues, these are questions and answers and some comments. And one of the first questions was about initial public offering. Когда будет проводиться IPO и от чего это зависит? When will it happen and what it depends on? Начнем с того, от чего это зависит. Это зависит в первую очередь от того, насколько капитализировался, капитализация произошла по этому проекту. Let's start with what it depends on. First of all, it depends on how much the project has already been capitalized. Мы все заинтересованы, чтобы акции, которые будут выведены на IPO, то есть Initial Public Offering, были бы по номинальной стоимости, они выходят по номинальной стоимости и не падали бы в своей стоимости, в рыночной или, скажем так, в биржевой стоимости. We are all interested in shares when they are initially offered to the public being truly in their nominal value and not fall afterwards in their stock market value. Основным влиянием является то, сколько уже получено результатов, какие прибыльности этих проектов. Даже не важно, закончено или не закончено в мире, важно, как идет процесс и какова финансовая база этого проекта. And the main influence on that nominal value is the results. How profitable are the projects all over the world? It doesn't matter whether they have already been finished or not, but how profitable they are and what's the financial base. Поэтому я так думаю, что это займет времени. С момента, когда принято будет открытое решение о выходе на, о выводе этих акций на открытый доступ биржи, это займет где-то год. So what I think is that when the decision is made about initial public offering, since that moment it would take approximately a year. Мой опыт, который я имею в предпринимательстве, являясь и, в общем-то, специалистом экономики, доктором экономики, я могу вам сказать, что в любом случае это не произойдет в 2018 году. In my experience, as a businessman and also as a PhD in economy, I can tell you that it will not happen in 2018. Очень этого хочется, но это не целесообразно. We do, of course, wish it would, but it is not profitable. Скорее всего, это 2019-2020 год или вот на переходе этого периода. Most probably it would be 2019, 2020 or somewhere in between there. Можно задаться вопросом, зачем и вообще, почему готовить IPO и сколько это занимает времени? We could ask a question, why should we prepare IPO and how long will it take? Дело в том, что, чтобы развивать проект дальше, ведь вы же понимаете, что я вам показывал здесь, что существует целый ряд свободных, видите, да, свободных акций от 133 миллиардов, извиняюсь, еще такое же количество, плюс 2 акции, они будут выводиться на IPO. И это бизнес, наш совместный бизнес с компанией. You have to understand in the development of this project that there is still a whole range of shares that are free, that is 133 billion plus 2 shares that will be placed in IPO, and that is business. И поэтому... Это процесс очень важный, от этого зависят все выгоды и компании, и наш с вами, кто являемся инвесторами и кредиторами этого проекта. So this is a whole process on which the profits depend, both of the company and us as its investors, as its creditors. Был вопрос, что по какой стоимости будет выводиться на IPO акции. Это $1, это номинальная стоимость. There was a question, what would be the nominal value during the IPO? And this is $1 nominal value of a share. Уже рынок или биржа покажет, будут они повышаться или будут падать. And the stock market will then show whether the shares will grow or drop. Но у нас есть все предпосылки, что к тому времени, когда мы выйдем, они только начнут расти. И это радует. But we have all the prerequisites showing us that when we do the IPO, they will grow and not drop. And that is a reason to be glad. Теперь был вопрос еще об перспективах, в особенности по строительству или по целевым проектам. There were also questions about the target projects and their construction, whether it looks promising. И коротко мои комментарии. I would like to give brief comments on this. 2018 год, это немного будет, не могу сказать, это 2, 5, 7 проектов. Это вопрос, ну, юридики, организации и многих других моментов, поскольку нужно, извиняюсь, да. In 2018, I don't think there will be many target projects. I can't say the exact number, 2, 5, or 7, because it's all a matter of different legal and organizational matters. Потому что проектирование ведется уже по нескольким десяткам проектов, но строить можно начинать лишь только тогда, когда будет подготовлена база комплексного обеспечения строительства. Because the designing is already happening for several projects, but the construction will only be able to begin when there is a supporting system, a base prepared for the construction works. И от этого зависит количество, сколько будет сделано, начато проектов, конкретных проектов строительства в этом году. And that's what the number of specific target projects that will begin their construction depends on. Будет идти подготовка нескольких десятков проектов для их ввода на 2019 год. There will be preparation happening for tens of projects for 2019. И очень важным в этом году является подготовка и вывод финансирования целевых проектов на ICO. And what is very important this year is the preparation of the financial basis for the target projects through ICO. Поэтому для каждого инвестора, и в том числе и меня, я являюсь тоже инвестором с 2014 года, важно определиться со своей стратегией дальнейшего ведения этого бизнеса совместно с компанией. So for every investor, including me, I'm also an investor and have been since 2014, it's important to define their own strategy of this common business with the company. Поэтому, дорогие друзья, желаю всем правильных решений и идти дальше. Это бизнес. Главное сейчас правильно понять, сколько ты можешь инвестировать и как создавать свою команду. Это очень важные вопросы в этом году, на которые надо ответить и идти дальше. So I wish everyone to make the right decisions, what to do with this business, to understand how much you can invest, how you would build your team. These are all very important matters this year in order to move forward. И я благодарю вас, передаю слово следующему члену нашего правления, директору Инете Анжане. Это специалист с большим стажем, с хорошим стажем международного маркетинга. Инета, вам слово. Спасибо, дорогие друзья. So I would like to thank you, dear friends, and give the floor to the next director, Ineta Anzane, who is very experienced in international marketing. So Ineta, the floor is yours. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, к сожалению, Инета Анжане не может подключиться по техническим причинам, поэтому наш телемост на сегодняшний день будет завершен, но не завершается наша работа. И я сейчас обращаюсь также к Самсону Агарундаде и к нашим лидерам, чтобы вы могли дополнительно составить те вопросы, на которые весь директорский состав может ответить вам письменно. Ирина? So, dear colleagues and friends, unfortunately, due to some technological problems, Ineta Anjane won't be able to join us today, so this would be the conclusion of today's teleconference, but it's not the conclusion of our work. And I would like to ask Samson and other African leaders to prepare the questions in writing so that our leaders and board members could answer them in writing too. Сегодняшний момент такой информационный лист с вопросами и ответами уже составлен и переведен на английский язык и также будет отправлен всем нашим лидерам в странах и регионах. At the moment, we have already created a Q&A, that is question and answers list, that has already been translated into English and will be emailed to all our leaders. Также я хотела обратиться к региональным кураторам и лидерам Африки и пригласить их на наш Экофест, который состоится летом в Минске. And I would like to address all the regional curators and leaders in Africa and invite them to the Ecofest that will happen in the summer in Minsk. Насколько будет известна и подтверждена точная дата данного мероприятия, мы обязательно сорганизуем возможный приезд лидеров через нашего куратора по Африке. And as soon as the date of the event is known and confirmed, we will start organizing the visit of the leaders from the region through our regional curator. Мы уже знаем от головной компании, что планируется с мероприятия Экофеста грандиозная трансляция по всему миру, по большим крупным регионам, континентам и в том числе по Африке, поэтому уважаемые лидеры, на вас также будет возложена ответственность для того, чтобы максимальное количество людей в вашей стране, в вашем регионе могли услышать, увидеть это прекрасное событие и все те достижения, которые мы с вами все вместе сделали за этот период. So the company has told us that the Ecofest will be broadcast to all the major regions and continents, including Africa. So, dear leaders, it's also your responsibility to get as many people as possible to truly see and hear this wonderful event and to see all the achievements we have made together. Я еще раз от себя лично и от всей команды наших членов правления и директоров хочу поблагодарить этот замечательный солнечный регион, всех участников, всех инвесторов, партнеров. И, коллеги, надеюсь на ближайшую нашу встречу или в Минске, или на вашем крупном мероприятии, конференции. И всем до встречи. Мы ждем ваши вопросы для того, чтобы максимально на них отвечать. Благодарю вас всех, и на сегодня мы завершаем. Также благодарю, огромное спасибо нашему переводчику Ирине за чудесный и прекрасный перевод. Благодарю всех. Всем пока. Dear colleagues, dear friends, I would like to personally and also on behalf of all the board members to thank your wonderful sunny region for your participation, for investors, for partners, and I hope to see you either in Minsk or on your continent in some international conference, and we are expecting all your questions to be able to answer them to the best of our ability. So I would like to thank all of you and thus conclude this event and also thank our interpreter Irina. Thank you very much.